Недоброй среды, друзья и недруги, сегодня не стало Владимира Николаевича Сунгоркина. Я понимаю, что бы ни сказать сейчас, это будет звучать банально абсолютно. Но дело в том, что главред «Комсомольской правды» действительно был одним из титанов отечественной журналистики, и мне его будет не хватать. Я уже давно не публикуюсь в «Комсомольской правде». Мы в известной степени разошлись с Сунгоркиным по оценках кончины Александра Борисовича Градского. Титана, кстати, тоже совершенно в другой, правда, сфере. В сфере отечественной эстрады и рок-музыки. Была там история, но песня совсем не о том. Песня о том, что с Сунгоркиным... Я понимаю, что это штамп, но это действительно... С Сунгоркиным ушла эпоха. Суня, так его называли сотрудники и близкие, его не стало. Я думаю, что «Комсомольскую правду» ждет определенный дрейф в сторону либеральной повестки теперь. Но это, опять же, не имеет значения, особенно сегодня. Я несколько раз приглашал Владимира Николаевича в свои эфиры. Фрагмент одной из бесед, которая была в прямом эфире программы «Правда-24», просто сейчас, не знаю зачем, но оставлю здесь. Если это дорого стоит, вы ведь на самом деле в известной степени хозяйственник, вы же менеджер. Вы, помимо да. того, что вы главный да. редактор, вы еще и гендир. Значит, для вас статья расходов, она должна быть как-то аргументирована. Если вы тратите эти деньги, то вы тратите их зачем? Для чего? Для престижа? Для того, чтобы там сделать сенсационный материал? Или для того, чтобы потом все равно на этом еще и денег заработать? Нет, безусловно, мы все медийщики сегодня решают одну задачу – удержать внимание своей аудитории. Если я буду просто из интернета все переписывать, то я аудиторию не удержу. Мой потребитель платит деньги за то, чтобы он купил газету сегодня, завтра, послезавтра, шел к киоску, вот по этим морозам, просовывался там, платил эти 10 рублей. Это очень такая серьезная задача. Как только я его перестану на этом крючке, на этой иголке держать, он завтра не пойдет к киоску. У меня все рухнет. Он может не пойти к киоску, он может просто раз и в айпаде зайти и прочитать рекламную версию. На наше счастье, да, я тоже... Вы же выкладываете все материалы, причем более полные версии. Конечно, конечно. И с видео, и с аудио, да. и вот тебе так, и эдак. На наше счастье, люди очень ленивые, консервативные и... То есть им по морозу проще до киоска дойти, проще прогуляться или там на работу, чем открывать этот интернет. Ну, часто люди не имеют, к счастью, доступа к такому уверенному интернету, к широкополосному доступу. Вот. Ну и консервативность. В этом же, понимаете, жизнь состоит из ритуалов. Вот он идет, он должен купить газету. К счастью для нас, те, кто к этому ритуалу привык, там уже 20 да, лет, но это они люди, наше, условно говоря, поколение. А да. молодежь читает «Комсомолку»? «Комсомолка» ведь изначально была молодежным изданием комсомольским. Да, да, да. Читают да. они? Знаете, все-таки это было давно. Я сейчас не ориентируюсь на такую вот молодежь. Я скорее апеллирую, я не знаю, сколько ему лет, 70, 50 или 20. Я апеллирую к любознательности. Может, ему 15 лет, но он любознательный. Может, ему 20 лет. Ему просто хочется больше знать о каких-то интересных вещах. О загадочных вещах, интересных. Или о том, что полезно. Поэтому мы не видим, вот нам надо обязательно, чтобы он был молодой. Нет, он должен быть просто любознательный. И в 20, и в 70 лет. Где-то так. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».